Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, как стримить таким же аватаром, как у Клэша, как, например, у Йоги, да, знаменитых таких стримеров. Что от вас требуется? Только лайки, от меня полная инструкция и пару фишек. Поехали! Ну, начну я сразу с того, что вам понадобится такая программа, как FaceRig. Две, то есть два выбора программки. Я скину ссылку в описании. То есть, ну, в принципе, в Стиме ее также можно купить. Я скину ссылку. А можно и бесплатно. То есть, отличия я вам, ну, расскажу отличия. И почему я купил именно в Стиме, а не стал пользоваться бесплатной. То есть, сейчас вот буквально расскажу. То есть, вы запускаете программу FaceRig, да, на там Launch нажимаете. То есть, вас перекидывает, ну, после такой небольшой загрузки, да, перекидывает в менюшку, сейчас перекинет. Вот, видите, да? Здесь что вам требуется? То есть сначала вы нажимаете вот переключить на базовый интерфейс, либо, ну, здесь переключить на расширенный интерфейс, вот. Здесь видите, да, то есть этот уже аватар включен, он является стандартом первым. Вот, сейчас я вам расскажу, как пользоваться этой программкой, то есть расскажу, для чего она нужна. Вот, давайте начнем. То есть первым вам понадобится аватара. То есть выбираем аватара, да, здесь вот видите, какие там виды аватаров. То есть такой енотик, да. Тут вот можно йоги, вот он, да, наш аватар йоги. Да. Давайте на нем останемся. То есть здесь что дальше? Что вам нужно, например, вот аватара, да, включаем индивидуализация. Здесь, в принципе, цвет и глаз то сделаете. Вот видите, тот белый, может, там черный весь. Видите, вот. Здесь левого, правого глаз, то есть делать по своему усмотрению. Дальше особенности. Да, то есть здесь тоже масштаб зрачка и так далее. То есть расширенный, маленький, вон, видите. Здесь, в принципе, ничего сложного. Опора. Вот здесь опора, например, если вы там стримите какую-нибудь игру, вот наушники, например, да, выбираем прикрепить. Вот, наушники. Здесь у йоги они наушники. Вот они вот так вот сделаем. Их увеличим масштаб. Вот так вот будет. Здесь масштаб, моргание, вращание, высота. То есть вот тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, ладно. Больше ничего нам практически не нужно. Моргание глаз, да, если вы включите крест глаз, то есть раз, там моргнул тоже. Смотрите, здесь еще что нужно. Вот изображение, то есть вы можете переключить, то есть как я сейчас, видите, у меня она захватывает глаза, вот. Дальше, смотрите, здесь включить трансляцию, это обязательно делать, включить трансляцию, потому что когда вы будете включать в OBS Studio, то есть свою трансляцию. Если вы выберете вкладку FaceRig без этой включенной вкладки, у вас не будет как бы стримиться. То есть у вас не будет аватар видно. Дальше. Включить слежение. Да, это просто слежение. Видите, если мы включаем, он остановился. Если включаем, он слежение. То есть здесь по... Ну, второй, это, например, калибровка, то есть головы. Вот видите, у меня раз он выпрямился, то есть там нажимаете, тоже это все выражение, тоже глаза, например, опа, опа, когда ты улыбаешься, когда нет, вот. То есть это, в принципе, ничего сложного нет. Вот, включить аудио. До этого порога будет доходить звуки, и рот у аватара будет само по себе открываться. Дальше, в принципе, здесь вам ничего такого не нужно из этих функций, да. Самое еще главное, например, если вы хотите, ну, как бы показать язык, да, там вот, например, видите, Alt. Я один раз разбирался очень долго, потому что у меня некоторый раз не включалось. То есть обязательно нужно развернуть программку, например, вот Alt-S, да, показать язык. Вот видите, Alt-S, вот видите, еще можно помотать его, то есть так он, просто так им в игре очень проблематично, если включать, у меня почему-то не включалось. То есть здесь, в принципе, здесь все
Shift D, да, то есть обязательно, вот если вы делаете клавишу, то обязательно что-то из этого тоже выберите. Вот. Язык и так далее. Вот. Смысл в том, когда вы разобрались с этим совсем, то есть вам, в принципе, больше ничего не нужно. Давайте разберемся, например, в программке ABS Studio. То есть вы сворачиваетесь, как можно, точнее, ввести этот аватар. Вот, у меня, в принципе, я сейчас давайте создадим новую сцену, наверное, вот это удалим. Удаляем эту. Вот, новую сцену добавить. Здесь вот. Вы устройство захвата видео. Делаете устройство захвата видео, да? Вот. У вас выбираете Face Rig. Да, чтобы стримить. Вот у вас высветилось так, что у вас задний фон, да, такой. Еще вот такая фишечка, да? Чтобы не было этого заднего фона, берете, входите во второй вкладчик окружающей среды, да, выбираете хромакин, то зеленый, точнее, фон. Вот он, зеленый фон. Кстати, его можно вот так вот прибавить, убавить, то есть Ctrl. Давайте возвращаемся в программу. Хромакей, да, то есть вы выбираете на правую кнопку, это именно в ABS Studio, то есть есть ABS Classic. Там ABS Classic вообще сразу выбирается в менюшке, как бы, точнее, стандартной менюшке, и там можно выбрать хромакей. Здесь обязательно, я тоже разбирался сначала, здесь нужно нажать свойства, да, вот, фильтр точнее, вот, сейчас еще раз, да, то есть нажимаем правую кнопку, фильтры, здесь добавить и хромакей, вот внизу что-то он, хромакей, то есть вот здесь он что хорошо, автоматически вам подстраивает, то есть, как вам надо, то есть, вот получается так, то есть вы его уменьшаете, так вот, до какого-то вот момента, да, можете здесь Face Rig, то есть, сжимайте точнее Alt, у меня Alt. И вот можете прибавить его, да, убавить. Вот так вот сделаем. В принципе, вам здесь ничего не такого не надо. Вот оставим тогда так. Здесь опустим его ниже. Вот, и так получается, что мы сейчас стримим, да? Вы дальше также добавляете, например, игру какую-нибудь и стримите. Единственный минус, вот я сейчас расскажу, есть бесплатная программа. Вы, пожалуйста, можете, если вы стримите, да, то есть какие-то оконные игры, то есть, например, которые открываются в окне, вам можно и бесплатную, то есть программку такую скачать. Но у меня, например, я вот в Counter-Strike начал играть, и мне неудобно было стримить, потому что когда ты, вот смотрите, такая фишечка, вы нажимаете вот сюда на Face Rig, видите, он останавливается. То есть при сворачивании игры, то есть такие как Counter-Strike, он тоже так же вот замирает. В платной версии это как бы сделано, ну, этот баг исправлен, поэтому я в контроль, например, играл, вот, мне это не мешало. То есть, единственное, что вам нужно, это еще вот сейчас подытожу, для того, чтобы вам, ну, нормальный FPS в игре был, да, и вы стримили онлайн, вам нужно зайти в такую вкладку, как вот настройки, производительность, да. То есть, здесь, смотрите, здесь выбираете, для меня самый оптимальный был 15, то есть, меньше не надо. То есть 15 FPS ставите и графика здесь на 640. То есть здесь тоже убавляете. И когда вы поставили, да, в принципе, у вас меньше будет лагов. То есть я вот так вот сделал, и у меня FPS был достаточно играбельный, и я делал все как надо. Смотрите, есть еще одна такая фишечка еще от меня, такая вот. Это в новой версии, то есть не в платной, бесплатной, точнее в платной, да, версии, есть такая фишечка, точнее, вот в аватар заходим, поведение, да, есть Show Custom Action Power. То есть его включаем, вот, видите, да, и здесь вот раз, язычок тоже, раз, раз, можно тоже, это такая фишечка от меня, то есть вот так вот у вас будет все выглядеть. Вот, вот так вот все будет выглядеть, да, вы можете экран поставить, также делать там всякие штуки,
То есть давайте, вот у меня код был. Да, у меня вот код был долгое время вот такой вот миленький, да, я вот так вот стримил с ним. Вот, тоже стрим такой был. Здесь, в принципе, все. То есть выбираете, стримите и единственное, настраивать FPS, настраивать свой компьютер, если вас выдерживает и эту программу, и как бы и игру, то играйте и стримите. То есть, в принципе, я здесь все рассказал. Да, обязательно включайте трансляцию, потому что если ее выключить, то мы выключаем, да. Здесь он, видите, он остановился. То есть, а здесь вот он еще играет. То есть, включайте трансляцию, у вас будет транслировать. У вас, чтобы не закрывалось окошко, не допускайте так, чтобы как бы окошко как-то закрывалось. Видите, вот нажимаете, остановилось. Основные вот как бы плюшки, они как бы на этом и заканчиваются. То есть желаю вам хороших стримов и до новых встреч. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.